надела ордена, и сейчас красивая такая. День Победы празднует она, о войне великой вспоминая. Грустное у бабушки лицо, на столе солдатский треугольник, дедушке на фронт письмецо, ей читать и нынче очень больно. Смотрим мы на дедушкин портрет и разводим ручками с братишкой. Но какой же это дед? Он ведь совсем еще мальчишка.